Фонд «Русский мир» уже третий год обозначается в сборниках полиции безопасности Эстонии, как фонд, который влияет на политическую ситуацию в Эстонии, как враг Эстонии. Вот что вы думаете об этом? Не знали ли вы об этом? Нет, я об этом совершенно не знала. И обязательно с Вячеславом Алексеевичем Никоновым, как когда-то говорил наш президент Борис Николаевич Ельцин, я разберусь. Почему же это он мне, как председателю попечительского совета, об этом не говорил? Ну, вот, наверное, когда посмотрю и узнаю, тогда смогу это прокомментировать.